Что ж, теперь мы переходим к рассмотрению более традиционной позиции относительно устройства природы человека. И эта позиция описана в ваших конспектах на странице 42 и 43. И это объяснение основано на представлении Стронга в его систематическом богословии. Согласно этого представления, природа человека состоит из двух основных частей. Одна часть — это физическое или материальное тело, а другая часть — нематериальная сущность. Нематериальная часть, но есть только одна нематериальная часть. И такие слова, как «душа», «дух», необходимо понимать как синонимы, указывающие на одну сущность, и, по сути, вы можете выбрать тот термин, который вам больше нравится, так как это всего лишь разные названия одной нематериальной сущности. Что ж, кроме объяснения сути этой позиции, на 43-й странице в ваших конспектах перечислены различные аргументы, которые используются в защиту этой позиции. И вы видите, что дихотомисты также прибегают к стиху Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вы помните, что говорят трихотомисты по поводу этого стиха? «Бог вдунул духа, и после этого человек обрел жизнь, и появилась еще одна нематериальная сущность». Дихотомисты понимают этот текст иначе. В результате того, что Бог вдохнул дыхание жизни в человека, тело Адама ожило, в нем появилась жизнь, и он стал душою живою. В тексте не говорится, что сначала Адам был душою живою, а потом Бог вдунул в него дыхание жизни. Вместо этого, утверждают дихотомисты, в тексте говорится, что Бог вдунул дух в человека, и после этого человек стал душою живою, что, по сути, означает, что человек стал живым. До этого он имел форму человека, но не имел жизни. Бог вдунул в него дух, и человек ожил. Что ж, есть и другие аргументы, которые перечислены в ваших конспектах на странице 43, а также и на странице 44. И вот один аргумент, как бы сказать об этом помягче, вот есть один аргумент, который чрезвычайно трудно, на мой взгляд, принять как верный. Он описан на странице 44, под пунктом 8. Стронг утверждает о том, что наше собственное сознание свидетельствует нам о том, что человек состоит только лишь из двух частей. Это тело и душа, или дух. Я не знаю, как Стронг осознает, что так все на самом деле и есть. Конечно, нетрудно осознать, что у нас есть физическое тело, но как осознать, что есть еще только одна составная часть, а именно нематериальная составляющая, душа или дух? Вот для этого, как мне кажется, требуется какое-то особенное озарение, чтобы в итоге, как я полагаю, вы сказали, что да, есть только одна нематериальная сущность, а не две. И если вам также трудно это осознать, то вы можете расслабиться, вы не одни такие. Я думаю, никто из нас, ни я, ни вы, не проводили внутреннее обследование своей природы, после которого вы смогли бы прийти к выводу, что на самом деле есть только одна нематериальная составляющая. Но вот такие приводятся аргументы. У вас была возможность их изучить на прошлой неделе. А сейчас, пожалуйста, какие у вас есть вопросы по поводу традиционной дихотомической позиции? Что ж, если вопросов нет, давайте тогда рассмотрим возражения против этой позиции. И здесь есть много чего, о чем мне следует упомянуть. Но начать я хотел бы с того, что для меня представляется
основополагающим. И я думаю, что вы уже догадались о том, что я сам лично придерживаюсь некой разновидности дуалистической позиции. Поэтому я не собираюсь разбивать в пух и прах сторонников этой позиции. Но у меня есть определенные возражения против традиционной формы дихотомической позиции. И вот с какого возражения я хотел бы начать. Когда мы с вами приступили к изучению доктрины о человеке, мы с вами перечислили все те слова, которые обозначают нематериальные сущности в человеке, которые используются в Библии, а также перечислили слова, которые обозначают материальные составляющие. И если вы помните, когда мы перечисляли слова, обозначающие нематериальные сущности в человеке, мы отметили, что, конечно, есть такие слова, как «душа» и «дух», но также есть слова «сердце», «разумение», «чувство», «воля», «сознание» и так далее, и далее. И вот тогда встает такой вопрос. Учитывая, что есть и другие слова, которые используются по отношению к нематериальной составляющей природы человека, вопрос вот в чем. Как тогда нам следует прийти к заключению, что душа и дух — это единственные названия различных нематериальных сущностей? Почему не называть ее, скажем, ум, или сердце, или воля, или другими терминами, которые также используются? Почему бы тогда не сказать, что нематериальная составляющая человека — это ум, ум, который принимает волевые решения? И чтобы такое сказать, у нас не меньше оснований, чем сказать, что название нематериальной составляющей — это либо душа, либо дух. Итак, это не означает, что дихотомическая позиция неверна полностью, и что нам нужно придерживаться либо трихотомии, либо монизма. Нет, я думаю, мы показали достаточно проблем как в трихотомической позиции, так и в монизме. Поэтому истиной представляется какая-то разновидность дихотомии. Просто необходимо понять, что это за разновидность? Та ли разновидность, которую представляет такой богослов, как Стронг, который совсем не объясняет, почему мы должны называть эту нематериальную сущность душой или духом, а не, скажем, умом или как-то иначе? Что ж, второе замечание. Что касается стиха, записанного в книге «Бытие», 2 глава, 7 стих, необходимо прояснить то, что говорят дихотомисты, то, как они толкуют этот стих. Стих на самом деле не говорит, что после того, как Бог вдунул дыхание жизни, у человека появилась душа. Хотя сейчас слово «душа» используется для указания на нематериальную сущность в человеке. В стихе говорится о том, что человек стал живою душой. И по сути, это то же самое, что сказать, что человек стал живым, он стал живой личностью. И не только его нематериальная часть ожила, ожило и его тело. И поэтому тот факт, что здесь написано о том, что человек стал душою живою, на самом деле ничего нам не говорит о том, из скольких составляющих состоит природа человека, и как их следует называть — душою, духом, потому что это слово используется здесь в образном значении, если хотите, указывая не на какую-то часть природы человека, но на всего человека. Вот, к примеру, когда мы читаем в книге «Бытие», что израильтяне на заре своего существования
отправились в Египет, потому что в их земле наступил голод. И мы читаем, сколько душ отправилось вместе с Иаковом в Египет. И я думаю, что вместе с душами в Египет отправились также и тела. Поэтому мы понимаем, что Писание говорит нам о том, что на самом деле пошли люди в Египет. Мы не понимаем этот текст Писания, как говорящий нам о том, что в Египет отправились только нематериальные составляющие людей. И точно так же, когда дихотомисты толкуют Бытие 2.7, они указывают на то, что слово «душа» означает «всего человека», а не какую-то отдельную нематериальную сущность в человеке. И, по сути, в этом стихе говорится о том, что Бог вдунул какую-то нематериальную сущность в человека, дыхание жизни, и Адам ожил. И это все. В этом стихе ничего больше не говорится о том, из скольких составляющих состоит природа человека, нематериальных составляющих. Что ж, хорошо. Есть и другие аргументы. Скажем, аргумент о том, что дух человека отличается от Святого Духа. И этого никто не будет отрицать. Но, тем не менее, это не отвечает на вопрос, почему нематериальная составляющая должна называться душой или духом, а не как-то иначе. И мы соглашаемся с тем, что вот эти термины «душа» и «дух» зачастую используются в Писании взаимозаменяемо. Зачастую это синонимы, хотя не всегда. Но вот тот факт, что в определенных случаях они используются взаимозаменяемо, несомненно, указывает нам на то, что есть не две или три различных нематериальных составляющих, но, скорее всего, всего лишь одна. И опять же, это не объясняет нам того, почему мы должны называть эту одну нематериальную составляющую душой или духом. Что ж, и еще я упоминал аргумент о том, что наше сознание свидетельствует нам о том, что есть только одна нематериальная сущность в природе человека. Быть может, Стронг делится здесь с нами своим личным опытом и наблюдением. И я подозреваю, если бы он присутствовал здесь в классе, и мы могли его спросить, как он может доказать свой вывод, то, я думаю, ему бы было бы совсем непросто это сделать. И я бы чувствовал себя дискомфортно, если бы я сделал подобное заявление, и потом меня попросили бы доказать, объяснить, как я могу знать, что есть только одна нематериальная сущность во мне. Я просто не представляю, как это можно объяснить. И уж, конечно, мы не можем изучить нашу нематериальную сущность так, как мы изучаем наше физическое тело. И поэтому, несмотря на то, что я лично придерживаюсь дихотомической позиции, как наиболее вероятной в отношении устройства природы человека, я все-таки считаю, что традиционный дихотомический подход — это не совсем тот путь, по которому нам следует идти. И когда мы с вами рассматривали монистический подход к природе человека, то мы отметили, что в этом подходе есть некоторые моменты, к которым следует отнестись серьезно. А именно, что Писание описывает человека как способного строить взаимоотношения с Богом, с другими людьми и с творением. Но это раскрывает нам, что значит быть человеком, но не говорит нам о том, из скольких составляющих состоит природа человека. И как мы с вами увидели, этот вопрос вполне уместен, и можно пытаться найти на него ответ. Но мы также должны сказать кое-что и о способности человека строить взаимоотношения. Это та способность, которой наделен каждый из нас. Что ж, хорошо, и к чему же мы после всего этого можем прийти, если пойти этим путем?
И сейчас позвольте мне открыть для вас новую презентацию. И пока я это делаю, пожалуйста, вы можете задать любые вопросы, которые у вас накопились до этого момента. Любые вопросы относительно традиционной дихотомической позиции. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Хорошо, если вопросов нет, то тогда мы переходим к рассмотрению вопроса, который описан на 43-й странице ваших конспектов. Это предложенная мной модель понимания природы человека. Эта модель ближе всего к дихотомической позиции, чем к какой-либо другой. Но, тем не менее, эта модель отличается от традиционного дихотомического подхода. Вы могли ознакомиться с этой позицией в своих конспектах, поэтому позвольте мне остановиться на основных моментах и разъяснить суть этой теории. И согласно этой модели, предлагается следующее понимание онтологического устройства природы человека. Человек состоит из двух сущностей — материальной и нематериальной. И такие слова, как «душа», «дух», и можно добавить такие слова, как «ум», «разум», «чувство», «воля» и так далее. Эти слова — не названия каких-то нематериальных сущностей. Точно так же, как слова «тело», «плоть», «сердце» указывают на одну и ту же материальную составляющую природы человека. Вместо этого я предлагаю следующее. Такие слова, как «душа», «дух», «сердце», «ум», «чувство», «воля» в онтологическом смысле, а не в нравственном смысле, указывают на разные функциональные атрибуты, или, если хотите, можно выразиться несколько иначе. Вот эти слова просто лишь выражают функции нематериальной сущности человека. И что же это означает? Это означает, что эти слова отражают то, что способна делать нематериальная сущность человека. Вот, к примеру, у нашего физического тела есть репродуктивная функция, дыхательная функция, пищеварительная функция и так далее и далее. Это то, что способно делать наше физическое тело. Точно так же наша нематериальная сущность обладает рациональной функцией, волевой функцией, эмоциональной функцией, духовной функцией. Человек наделен способностью, так как он не только материален, но и нематериален. Так вот, человек наделен способностью мыслить, принимать решения, проявлять чувства и строить взаимоотношения с Богом. Но это не все, что мы можем сказать относительно природы человека. Есть еще несколько мыслей, которыми я хотел бы с вами поделиться. Есть несколько моментов, на которые нам стоит обратить внимание. Вот сделав такое утверждение по поводу наличия разных составляющих в природе человека, нам необходимо, как мне кажется, остановиться и посмотреть, что же Писание говорит о человеке и об его природе. И я имею в виду здесь феноменологическое описание человека, то, каким он выглядит и как он функционирует в этом мире. Все это вы можете найти на странице 46 ваших конспектов. И Писание указывает, что люди действуют и взаимодействуют, будучи целостными личностями. С другими людьми не взаимодействует лишь наш палец, или наша рука, или какой-то другой орган нашего тела. Но вместо этого мы взаимодействуем
с другими людьми, будучи целостными личностями. И именно так Писание и описывает нас. И это показывает нам, что мы функционируем целостно, строя взаимоотношения с Богом, строя взаимоотношения с другими людьми и строя взаимоотношения с сотворенным миром. Но, сказав все это, мы тем не менее осознаем, что все это не раскрывает нам онтологического устройства природы человека. Это лишь показывает то, как функционирует человек, а именно как целостная личность. И представляется, что это именно так. И именно так человек описывается в Библии. И затем я добавил бы следующее. Путем тщательной экзегезы возможно определить, раскрывает ли библейский автор онтологическую истину о природе человека, либо он говорит о взаимоотношениях, на которые способен человек, или библейский автор использует определенные термины, чтобы указать на наше нравственное или духовное состояние. И очевидно, если вы будете проводить экзегетический анализ надлежащим образом, то должны будете признать, что в некоторых случаях эти термины используются в буквальном значении, а в некоторых случаях они используются в переносном смысле. И в тех случаях, когда эти слова используются в переносном смысле, они могут означать самое разное. Они, скажем, могут просто указывать на наше духовное состояние. И хотя при использовании каких-то терминов особое внимание уделяется тем или иным функциям человека, тем не менее подчеркивается целостность природы человека. Вот, к примеру, когда мы читаем о том, что столько-то душ отправилось вместе с Иаковом в Египет, то это пример фигуративного оборота речи, а именно синектики, когда выделяется какая-то часть целого, хотя при этом подразумевается целое. Поэтому мы понимаем, что когда автор пишет, что столько-то душ отправилось в Египет, то он не имеет в виду, что бестелесные, нематериальные сущности отправились в Египет, шли по дороге и пересекли Синайский полуостров. Мы понимаем, что в этом случае хоть слово «душа» и выделяет часть из целого, тем не менее подразумевает всего человека. И в каждом языке есть подобные примеры, английский не исключение. В английском языке мы тоже можем называть кого-то душой, скажем говоря, «душа моя дорогая». И понятно, что при этом мы не пытаемся высказать какое-то онтологическое утверждение. Мы просто хотим сказать, какой замечательный человек. Поэтому есть различные подходы в использовании языка, различные языковые конструкции, и если вы знаете о них, то тогда, я надеюсь, вы не спутаете нравственные утверждения с онтологическими, и так далее, и далее. Что ж, что же можно сказать в защиту такого взгляда относительно природы человека? Ну что ж, во-первых, мы посмотрели на другие точки зрения, и они оказались несостоятельными. Мы уже, к примеру, показали, почему неверно будет утверждать, что Писание описывает человека только лишь как способного строить взаимоотношения. Да, мы согласились, что Писание не раскрывает онтологическое устройство природы человека во всех подробностях. Но это не означает, что на основании Писания мы вообще ничего не можем сказать относительно онтологического устройства природы человека. И мы также увидели, когда рассматривали трихотомическую позицию, что те тексты Писания, которые используются в защиту этой позиции,
на самом деле истолковываются неверно и не утверждают того, что говорят трихотомисты, поэтому не могут быть использованы в качестве аргументов. Что ж, конечно, есть проблемы, и мы их отметили относительно дихотомии. А именно, мы задавали вопрос, почему эта нематериальная сущность должна называться именно душой или духом, а не как-то иначе. И если отказаться от монизма и отказаться от трихотомии, то что остается? И остается только лишь то, что я пытаюсь вам предложить. Хорошо. Но вот, допустим, вы обратитесь ко мне с таким вопросом. Да, быть может, я соглашусь вот с этой позицией видоизмененной дихотомии, но тем не менее, мне кажется привлекательной и точка зрения трихотомистов. Является ли этот вопрос основополагающим в христианской вере? Скажем, можно ли здесь говорить об ортодоксии и ереси? Нет. Да, если вы придерживаетесь философского материализма, что человек состоит только лишь из одной составляющей, и эта составляющая целиком материальна, то тогда это можно называть ересью, потому что в этом случае вы отвергаете бессмертие души, вы отвергаете возможность быть вне тела, но быть с Господом, поэтому вы не можете принимать иудея христианского Бога, так как этот Бог — Дух. И если не существует никаких нематериальных сущностей, и здесь речь уже идет не только о нас, о нашем понимании природы человека, но это уже затрагивает и природу Бога. Но если вы придерживаетесь любой другой точки зрения, то я не думаю, что вас в этом случае можно будет обвинить в ереси. Поэтому о какой бы точке зрения ни шла речь, до тех пор, пока признается наличие нематериальной сущности в человеке, это не должно быть тем, из-за чего разделяются церкви и нарушается единство между верующими, нарушается общение между ними. Что ж, позвольте мне остановиться и дать вам место задать вопросы о том, что мы с вами только что изучили в отношении онтологического устройства природы человека. Что ж, я уже вначале говорил вам о том, в самом начале, когда мы только начали разбирать тему онтологического устройства природы человека, что то, что мы скажем, будет влиять на то, как мы осуществляем душепопечение в церквах. Если вы считаете, что в человеке есть нематериальная составляющая, то нельзя будет отрицать того, что, применяя шоковую терапию, скажем, прикрепляя электроды к физическому телу с определенными электрическими стимулами, все это может привести к каким-то изменениям в поведении. Но все эти изменения будут всего лишь временными, пока не убрать электроды. И даже можно изменить внешнее поведение какого-то человека, но при этом их сердце останется таким же, далеким от Бога. Но, с другой стороны, если вы осознаете, что есть нематериальная составляющая в природе человека, то тогда человек способен отвлекаться не только на призывы других людей, но и на призывы Бога. И это включает способность человека мыслить, принимать волевые решения, чувствовать, то тогда более традиционные подходы к душепопечению представляются весьма разумными. Необходимо добиться переосмысления, изменения отношения человека к Богу, чтобы изменились взаимоотношения этого человека с Богом.
а не только лишь, чтобы изменилось внешнее поведение человека. И осознавая все это, мы не пытаемся установить электрический стул с электродами и затем не призываем людей по очереди сесть на этот стул на какое-то время и подключить к себе электроды, чтобы затем жить лучше на следующей неделе. Нет. Есть место богослужению, проповеди, призывам с кафедры, обращением к разуму людей, к их эмоциям. И точно так же, если люди нуждаются в душепопечении, мы открываем Писание и обращаемся не только к разуму людей, но также мы даем им информацию, которую потом Дух Святой сможет использовать, чтобы вызвать определенные изменения в сердцах людей, чтобы человек принял волевое решение следовать за Богом. Итак, пожалуйста, какие есть вопросы или замечания, прежде чем мы перейдем к странице 47? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.